И к новостям спорта. Единоборцы Дагестана заняли первое место в общемедальном зачете на Кубке Союза Киокушин карате России. Соревнования прошли в столице республики. Хозяева татами опередили, соответственно, гостей из Москвы и Кабардино-Балкарии. Всего же в турнире участвовали около 500 спортсменов из 11 городов и регионов страны. По его итогам наставники и специалисты определили лучших в различных номинациях, таких как «За волю к победе», «За самый короткий бой» и «За лучшее судейство».